На ТСВ обратились родители, дети которых собираются в детские лагеря на первую смену. Родителей просили повременить с оплатой путевки и медосмотром детей. Люди беспокоятся, что лагеря не откроют в назначенный день, 8 июня. Так ли это, разбиралась Наталья Ткачук. Задержки с выдачей некоторых путевок, о которых начали беспокоиться родители, были связаны с устранением недочета в лагерях. На сегодняшний день все они устранены. Путевки в Днестровские Зори и Дубасарский лагерь уже можно получить на руки. Завтра-послезавтра начнут выдавать путевки в «Спартак» и в лагерь «Виктория». Все четыре лагеря получили разрешительные документы и откроются, как и было заявлено, в эту субботу, 8 июня. Мы связались с директором лагеря «Виктория», который находится в Миренештах. Он рассказал, что лагерь к приему детей готов. Все перекрасили, докрасили, кое-что починили, кое-что капитально там. Бассейн, все то же самое. А в программе изменения какие-то есть? Да, будут. Но мы не решим, у нас всегда самые интересные программы. В прошлом году лагерь «Виктория» какое-то время не работал. В лагере нашли нарушение санитарных норм. Как сегодня рассказал директор, в этом году подготовились основательно. Всего за лето в «Виктории» смогут отдохнуть более 1000 школьников, в том числе и из многодетных семей. Сложности с набором вожатых, которые, как и во многих лагерях здесь были, уже решены. Тяжело набрать, но у нас есть старшие вожатые, которые, в принципе, уже количество есть. Они сейчас все проходят медосмотр последний. У кого флюра, у кого это. Ну, то есть, угу. А так количество у нас уже есть. О готовности лагеря «Спартак» вчера на совещании у президента доложил столичный глава. У нас на сегодняшний день серьезные проблемы. Мы все устраняем и также планируем с 8 числа запустить уже первую смену в лагере «Спартак». Тоже путевки выкуплены все. На сегодняшний день лагерь «Спартак» очень востребован. Работающие родители, дети которых поедут на отдых, платят не всю стоимость путевки, а только 20%. Остальное доплачивает государство. Сироты, дети защитников Приднестровья из многодетных семей будут отдыхать бесплатно. Еще 110 детей с инвалидностью отправятся в санаторий «Солнечный» вместе с родителями. За лето будет 4 заезда по 14 дней. Всего этим летом в лагерях отдохнут 3,5 тысячи приднестровских школьников. Наталья Ткачук, ТСВ.